Привет, ребят! Я сейчас на ужин сделала себе мой традиционный овощной салат с большим количеством зелени. Сегодня у меня там кинза, зеленый лук и пекинская капуста. И для того, чтобы не заправлять его обычным подсолнечным или льняным маслом, я делаю к нему очень вкусную соус-заправку наряду с аджикой. Это одна из самых моих любимых вообще в принципе. Этот соус можно назвать майонезным, потому что у него такая сметанообразная консистенция и вкус такой молочно-сливочный. Вообще считаю, что соусы, различные заправки, это очень много значит на растительном питании, потому что это помогает, во-первых, увкуснять овощи, а во-вторых, значительно разнообразит рацион. Я вот лично очень много экспериментировала с этим соусом, делала его из различных семечек, авокадо, и вот этот вариант, который я сегодня покажу, на мой взгляд и на мой вкус, он самый оптимальный. Это две части подсолнечных семечек и одна часть кешью. Если вам посчастливится где-нибудь на iHerb купить не обжаренный, не обработанный кешью, то вообще очень здорово. Я купила просто обычный в магазине. Чем мне нравится именно это сочетание, потому что семечки придают такую густоту и маслянистость, а кешью придает вот именно вот этот молочный и сливочный вкус, к которому мы так привыкли в традиционном майонезе. Вот здесь вот у меня было где-то грамм 100-120 семечек. Сейчас, когда они намокли, их так значительно больше. Затем кешью. И, ребят, весь смысл этого соуса в том, чтобы у него консистенция была майонезообразная, сметанообразная. И если вы помните, когда я вам показывала аджику, я специально делала на моем старом походном блендере, потому что мне нравится, чтобы аджика была такими небольшими кусочками. Здесь вот ровно наоборот ситуация, поэтому имеет смысл использовать максимально мощный блендер, который у вас есть. У меня это Raumit Dream Samurai. Каждый раз, когда какая-то техника светится в кадре, вы обязательно просите, чтобы я назвала фирму и модель. В общем, я оставлю все ссылки в описании на него. Дальше я беру совсем немножко имбиря, буквально вот такой небольшой кусочек. Затем горчичный порошок тоже совсем немножечко, буквально вот пол чайной ложки. Черного перца, это для тех, кто любит остренькое. Я люблю вот эти вот прованские травы. В принципе, если вы хотите сделать традиционный майонезный соус, то травы не добавляйте. Мне просто очень нравится их аромат, и я практически везде их добавляю во все соусы. И для тех, кто любит соль, вот ламинария – это прекрасный заменитель соли. Добавляю тоже совсем немножко. И сок небольшого количества лимончик. Вот, посмотрите, какой кремчик получился. И буквально пару столовых ложечек. Так что я вам очень рекомендую приготовить себе этот соус, если, в особенности, если вы раньше такой не пробовали. Спасибо вам за внимание, ставьте лайк мистеру Пампкину и до встречи в новых видео!